Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем проходить Unepic. В прошлой серии мы исследовали все это подземелье, то есть зеленые комнаты, которые у нас позначены. В общем, больше нет никуда дорога, как в этот портал. Я пробежался, посмотрел и ничего не нашел там. Так, вау. Окей, тише мой, как его зовут? Холодок? О, молодец. Кстати, он здесь довольно-таки полезный. Малый. Так как хорошо справляется с этими всякими огненными. А это что такое? Блин, всего одно падение в лаву, и мы умираем. Слушайте, это тяжело будет. Ой-ой-ой. Блин, что ж я так... Что ж я забываю подпрыгивать? В общем, смотрите, перед серией я пошел к торговцу... Точнее, ну, к торговцу, там, повару. И сварил себе зелье. Нет! Я всегда забываю. Блин, сколько можно? Все. Все, 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 все. Больше не забываем подпрыгивать. Ой-ой-ой! А вот это было странно. Такого у меня еще не было. Так, я умер здесь уже 4 раза. Это еще не предел. Так, окей. Ой-ой-ой! Что я делаю? Ладно, хватит, хватит умирать. Серьезно, крутое начало для серии, я считаю. Так, как мне тут быть? Окей, оно само упало и разбилось. Так, давай, стреляй, холодок. Помоги мне с этими ребятами. Так, тут надо быть осторожным. Окей. Что это было? Уходим, уходим. Ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, они толкаются, слушайте. Так, мне надо выпить зелье. Ой, он идет ко мне. Так. Умри. Мне нужен какой-то меч на удар льдом. Потому что здесь мой меч наносит всего 50 урона. В два раза меньше, чем на поверхность. Ой-ой-ой. Но зато холодок наносит замечательный урон. Так, куда мне? Я могу попробовать прыгнуть наверх, что у меня не получилось, и я умер. Шикарно. О, он тоже прыгнул за мной. Ну, хотя, наверное, ему нравится принимать ванну в лаве. А мне не очень. Так, снова я здесь. Вау. А я-то испугался, что кто-то сейчас умрет. Окей. Блин. Умри. Так, ну зато зелье хотя бы у нас осталось. Так, 5.
Жух. Минус. Так, что же нам делать с вот этим? Зачем я это сделал? Хорошо, он умер. Замечательно. Маленький рубин. Так, наверх туда я не смогу подняться. Так, ты давай разворачивайся, уходи. Замечательно. Так, а куда мне сейчас? А, понял. Да я заберу этот порошок, неплохой порошок для моих заклинаний огня. Так, окей. Не та кнопка, блин. Я перепутал, что... Я забыл, что не на пробел тут прыгать. Так, здесь будет что-то опасное, я думаю. Воу-воу-воу. Так, что мне делать? Мне нужен тап и пятерочка. Окей. Здесь... Уху! Я жив, я жив. Но надолго ли это? Фух. Ой, ой-ой-ой. Зачем я это сделал? О, что это такое? Да я это понял. Поехали. Я совсем не знаю ничего об этом боссе, поэтому я заберусь наверх. Оу. Так. Я думаю, мне стоит похилиться. Вот здесь самое безопасное место, как я заметил. Окей, он меня кусанул. Прячемся. Блин, как я промахнулся. Воу-воу-воу. Воу, ребят, хилимся. Так, что он делает? Так, 5 этап. Тап, 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 тап. О, я попал. Каким-то чудом я в него попал. Так, он снова сейчас будет лететь, поэтому... Ау. Хиляемся. Что я сделал? Не так. Ауч. Моего питомца убили. Где там хилялка? Давай, 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 давай. Мне совсем немножко осталось. Ладно.
Не жалеем зелья, как нам говорили. Так как же в него попасть-то? Ау. Еще одно попадание, ребят. Я смогу. Блин. Да хватит. Есть! Уху! Это победа! Тоже немного сыхнул. И мы валим отсюда. Так, монеток тут. Ууу, круто. Ключ от сада. Окей, так. Все, используем телепортацию. Теперь у меня вопрос. О, слушайте, я купил тут также в магазине еще одно прикольное. Свиток возврата, который телепортнет меня к тому, кому я задание должен. Так, это 100%. Джеки Чан. Так. Ой. А я помню это. А что он делал там и стаканом? Может выпить его или надо его поставить? Окей, я забрал какой-то кинжал. И что дальше? Только там говорили, в Джеки Чане нельзя пролить этот стакан воды. Вот, я взял. Может ты мне... Нет, все, у него квестов больше для меня нет. Так, что же дальше? У нас есть подвиги, статистика, опции, персонаж, рецепты, чары и инвентарь. Нет. Так, давайте посмотрим. Кинжал, навык кинжала, дополнительный урон тьмой. Передвижение магии — это оружие, которое нас любит носить, надо дополнить. Вау, вот это да. Так. Где мы еще не были? Где мы можем открыть дверь какую? Это в библиотеку и тут в библиотеку. Вот тут у нас странная дверь. Давайте. Для начала нам вот эта штуковина нужна. Сохранимся. Постойте, где это я? Так. Я могу вернуться сюда и посмотреть, что тут. Тут есть какие-нибудь двери? Так, тут все двери я открыл. Ой-ой-ой. Страшные монстры. Так, их надо побить дубинкой.
Так они дохнут быстрее. Постойте, а куда я иду? А вот здесь я что-то... Что тут можно еще поджечь? Понятно. Окей. Так, зря я сюда пошел, тут ничего нету. Теперь я не знаю, куда мне нужно идти. Ну давайте пойдем сюда, что ли. Надо себе оставлять метки, где есть открытые двери, точнее закрытые, блин, какие еще открытые. Так, наверх. Давайте наверх. О, тут есть какая-то дверь. Слушай, ты чё телепортируешься? У вас сатира. Это хорошо. Нет, тут нам нужен ключ от библиотеки. Как тогда это работает? Ауч. Так, если тут нам нужен ключ от библиотеки, то куда мне идти? Там еще одна дверь, только я не понимаю, как в нее попасть. О! Вот нашел, куда нужно идти, наверное. Я не помню, где у нас еще двери были заперты. О, стоп! Сам сверху, смотрите, как туда попасть. Я только что там был? Или мне кажется? Вот тут какая-то дверь. Это то самое... Ой. Zero. How often do you possess people? Every time someone dares into the east entrance, I possess him and then lead him to his death. Yeah, I already know that, but how often does this happen? Every day? Every two days? Every few years. That's it? To reach this castle is a hard task for the simple. Then, when nothing's going... Stay alert. For years? You should... A distraction would... How boring. I'm sure that you cheer up once... Why should I? Because it gives you something to do. You know, bring some action to a boring... It is possible that I feel some... You see? It shows you like action, dude. I'm sure you're getting a kick out of being trapped in my body, because you have an excuse to visit the... Дай. Ой. Ауч. Глупые маги. Окей. Одного убил? Где он? Или я его убил? Тяжелое копье. Так, у меня осталось одно зелье. Это что такое? Это что-то новое. Так, кстати, мой питомец умер, как я понимаю. Где он? Да. Придется мне вызвать лягушку. Как? Уходим. Так. Думаю, тебе стоит от меня немножко уйти. Я сохранюсь и вернусь туда, потому что жизни у меня не так много осталось. И эликсира уже нету, кстати. О, снова эти копья. Ай-яй-яй. Так. Thank you.
Воу. И что это было, блин? Как мне не нравятся такие. Это магический какой-то кулак. Или голова. Это больше на шлем похоже было. Так, тут у нас ничего. Так, лечебное зелье. И все. Я поднял два лечебных зелья. Где они? Это зелье замедления яда. А, вот. Окей. Нет, нет! Ай-яй-яй, что ж ты делаешь? Ой! Не та кнопка. Все, супер, так. Тут мы все просмотрели. Тут... Окей. Я чувствовал это. Это... Отчего тут ключ нужен был? Главное, что открылось. Но мы не туда. Пойдем. Ай-яй-яй. Да ё-моё. Понятно. И теперь мне все сначала нет. О, не с самого начала, конечно, но... Да хватит получать урон. Так, у меня должны быть одно есть. Окей. Так как? Уху, я еще сундук случайно какой-то нашел. Всего-то с 25 монетами. Ну, не очень круто. Два лечебных зелья. Печаль. Так, в прошлый раз мы пошли наверх. И там и погибли. Пойдем сюда. Не нравится мне это. Что это вообще такое? Что это за ребята? Окей. Он, наверное, хочет взорваться. Я же говорил. О, нет, снова. Окей, снова я победил. В очередной уже в какой раз. Зато я знаю, что здесь у нас есть сундучок. А тут у нас взрывные ребята. Так, эти зелья я сюда поставлю, одно выпьем. Ах ты. Есть. Я убил его. Но с него ничего не выпало. И что мне сейчас делать?
Ну точно не подходить к нему. Блин, печально. Как же мне справиться с этими взрывными ребятами? Так, что мы делаем? Открываем тут дверь. Вау. Что у нас тут? Прыгай. Нет! Стоп! Где мои зелья? Вот почему я не смог выпить зелья. Потому что я их не поставил просто-напросто вот на эту штуку. Все? Что меня бьет? И что это было? Мне совсем не нравится. Все новые и новые монстры. Они какие-то все злее и злее. Ой. А, вспомнил. Уже знаю, что тут у нас ловушка. Так. Так как? Не то. Окей, фух. А вот и лечебные зелья. Так, ставим их сюда. Я думаю, я лучше вот так сделаю, чтобы там все было сохранено и все было отлично. Конечно, это больше времени занимает, но зато хотя бы я живой останусь. Так, теперь надо придумать, что мы делать будем со взрывными ребятами. Так, чары. О, точно, будем их поджигать. Они будут взрываться. Так, сейчас попробуем. А ну-ка. Супер. Вот это супер работает. Вау. Кто это был? Что он тут делал? О, слушайте. Нет. Ничего нету. Надо смотреть секретики, а то тут их, как я вижу, довольно-таки полно. Так, отлично. Это все? Больше наверх я не могу подняться.
Ну, хватит двигаться. Хорошо, что я ударил. А то сейчас я бы упал. О, там нету этого пола. Наверное, хорошо, что я туда не упал. По-любому там какая-то западня. А-а-а. Что делать будем? Воу. Ауч. Ауч. Я понял. Я умер. Я понял, что я умер. Так, где наше сохранение? О, замечательно, как сохранилось-то. Всегда бы так. Какая еще дубинка? Не, наверное, придется все-таки брать заклинание льда и пулять по этой штуке. Так, как там заклинание чары? Вот так. Иди сюда, я сказал. Сюда. Че оно не ставится? Так, у меня всего 15 просто. Так, таб и 5. Окей, я готов. Ой. Стреляй. Восемь. Но я же бил. Я думал, два выстрела. Я попал уже второй раз. Я просто не заметил. И все, и оно умрет. Что-то сильное какое-то. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, каким огнем. Ну все, вот тут я умер. Так. Так, первое, что мы делаем, это берем меч. И потом ставим вот это чары и идем. Вот сейчас я готов. Нет. Не работает эта штуковина. Я не могу просто стрельнуть в него. Так. Надо какую-то защиту от огня сделать себе посильнее, что ли. То есть два выстрела это мало. Да, и сколько жизней в этой штуковине? Вау! Если бы я не дрался с ним так долго, я бы не узнал об этом секрете. Так что я нашел плюс в этой бессмысленной битве телепортации. Свиток ближнего боя. Я буду мастером ближнего боя. Давай, 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 давай. Как его убить? Как эту штуку убить? Меня есть какой-то, не знаю, там, это топор. Сколько? У меня 84 урона. Есть что-то посильнее? Молот 75.
Мне нужна защита от огня. Что дает защиту от огня? Ничего не дает защиту от огня. А, моя броня дает немножко. Это совсем мало. Так, что же делать? Что же нам делать? Может подождать и вернуться сюда? Но, блин. Я не успел выпить зелья, 3 попадания. И он умрет. Короче, делаем 2 попадания и потом убегаем от этой штуковины, восстанавливаем жизнь и приходим снова и делаем 1 попадание. Все, и все будет отлично. Так. Стреляй меня. Я жив, я жив, я жив. Как там пить зелье? Тяжелое копье. И еще красный волшебный порошок. И The more you possess, the more you will become a slave to your possession. You have discovered the challenge, the potion collector. The challenge is, carry a collection of... А, коллекцию с 18 различных зелий. Вы представляете, как это долго? Но, возможно, у меня даже получится это сделать. Змея какая-то. О, это скелет. Я думаю, дубинкой я ему больше буду сносить. Ауч. 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 Ах ты, глупая змея. Кто-то сейчас может умереть. И все? Это все? Что-то здесь нечисто. Странно. Очень-очень странно. Ну, не знаю. Наверное, так и должно быть, но там, где это же должна быть эта штуковина. Уху. Вау. Где еще один факел? Или тут все у нас? А, там все. Окей. То есть я это прошел. Тут больше у нас ничего не будет. Так, где-то я еще двери был открыл. Оу, эти ребята ожили. Так, а давайте-ка мы лучше сделаем вот так. И останемся живы и их не потревожим. Так, тут у нас бабамс. Ах ты. Ой, блин. Как же я вас люблю. Умри. Так, значит, окей. Не буду тут смотреть.
Так. Стоп, подождите. Ага, мне наверх нужно. А что, я тогда сюда пошел? Тут я все прошел. Да, с жизнями у меня, конечно, проблема. Я пойду себе спокойно сюда. Оу, это что такое? Оно безопасное? Что это сверху летает? Так, путь у нас довольно-таки длинный. О, дошли. Тут заканчивается переход. И что нас там ждет? Это мы узнаем сейчас. Надо было сделать в следующей серии. Окей, я вижу дверь. Отлично, какие-то цветки. Ах ты зеленая. Ой-ой-ой, они меня отравили. Это плохо. Пора бы уже, пора заканчивать. Давайте я хотя бы открою эти двери, чтоб нам было сюда легко прийти. И окей. Вау. Ну что ж, давайте, ребят, на этом заканчивать. С вами был Пират. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.